Далеко собрался, жестянка. Что ты делаешь? М? Быстрее. Да ладно. Шевелись. Глядите, вот к нам и жестяночка пожаловала. Посмотри на этого говнюка. Работу увел, а пальцем тронь посыпался. Но это же не он же работу увел, а те, кто его изобрели. Порвем как грелку. Да, бей его. Давай. Все. Хватит. Разошлись. Ты у нас узнаешь, что к чему. Да ему-то без разницы, что к чему. Повредите, будете платить штраф. Когда заберут и твою работу, посмотрим, как запоешь. Ладно. Все, пошли уже. Так мы отошли от этих злых дяденек. Идем дальше. Ну да, если так в будущем выпустят андроидов, это ж как, сколько же безработицы-то будет. Ноября 2408 года. 16:53. Открыть дверь. Еще маленько не подвык к управлению. Ты идешь? Тебя не было 2 недели, так что в доме срач. На тебе уборка, готовка, стирка, глажка и все по части... Чтоб ее, куда опять подевалась, мерзавка? По части ребенка. Алиса! Алиса! А, вот ты где. Это Алиса, тоже на тебе. Искупать, уроки, вся херня. Ясно? Да, тот. Начинай тут, потом второй этаж. Итак, нам сейчас предстоит уборка квартиры. Чего же тут начать? Взять мусор на ведро. Собрать мусор, убраться на кухне, убрать мусор с кухни. Так, собираем все барахло, которое у него тут накопилось за 2 недели. Может. А это смотря что надо. Самом месте, давай. Ага.
Теперь сходим, выкинем мусор на улицу. Вынести мусор. Так, теперь вернуться нужно обратно. Что за херня-то? Вымыть посуду. Посудомоечная машина не работает. Здесь, скорее всего, прачечная. Блин, я так и буду тут ходить с этой посудой. На, вон куда надо идти. Блин, ну кручу этот джойстик, чё ничего не крутится, а во. Что он там за звуки создает, ё-моё. Да что? Принести Тодду холодного пива. Мы хорошо начали. Пойду наверх. Делай свое дело, но не маячь перед носом. Прибраться наверху. Найденные статьи можно перечитать в разделе «Дополнительно». Android Quarterback.
Антидепрессант. У него там и пистолет даже есть. Прикольно. Вы разблокировали диалог или действие? Это нередко бывает полезным. И новости спорта. По данным Министерства труда, в октябре работы лишились еще 225 тысяч наших соотечественников. И уровень безработицы достиг 37,3%. Ну конечно, андроидам же платить не надо. Да, андроиду-то платить не надо, а потребитель-то, где он возьмет деньги-то? Где люди возьмут деньги, чтобы покупать в магазинах что-то? Это еще и убытки будут. Людям-то надо работу. 37% безработицы. Убраться в комнате. Так. Проветрить комнату. Беспилотные автомобили. Просто хочу прибраться в комнате. Всего пару минут. Можно? Вижу, ты любишь читать. Алиса в стране чудес.
конечно. Поговорить с Алисой. Дружелюбно. Мы вроде с тобой дружили до моей перезагрузки. Может, еще подружимся? Это ты выбрала мне имя. Кэра. Красивое. А почему такое? Притихла. Ты притихла. Ты ведь меня не боишься? Расскажи мне о себе. Во что играешь, где гуляешь, что ты любишь есть. Мне это важно. Ребенок-то на фотографии светлый, это темное. Он разломал ее.
Так что этот тот опасен. Чего делаешь? Я играю. Играешь? Я все вижу. Думаешь, папка мерзавец? А? Неудачник. Сидит на жопе, работу не ищет. Ребенку-то от этого какое дело? Я не пытался. Она даже об этом и не думает. Что бы я ни делал, какая-нибудь сволочь все мне портит! Да я же все понимаю. Прям по глазам. Ты меня ненавидишь? Говори! Ненавидишь? Господи, что я делаю? Прости, зайка, прости. Прости. Ты же знаешь, я тебя люблю. Ты это знаешь.